Майя, иди сюда. Иди сюда. Кто там нагадил? Кто там нагадил? Кто насрал? Кто насрал, я тебя спрашиваю? Чего ты хвост поджала? Кто насрал? Иди сюда. Ко мне подошла? Ко мне подошла? Куда ты побежала? Куда ты побежала? Иди сюда. Это кто сделал? Это кто сделал, я спрашиваю? Вот это кто сделал? У людей масленица. Все блины показывают в Инстаграме. А ты наваляла. Ну так же нельзя. Что скажешь про Олю Бузову? У нас также, ребят, так самое интересное, мы за городом, дверь открыта, ну там, с той стороны, где тамбур, ну, короче, с другого входа. Бегай, гуляй, какай, писи, ну, что, блядь, побежит на улицу, сходит по-маленькому, придет домой, нагадит. Иди сюда, иди ко мне быстро, иди сюда, иди сюда, иди, иди сюда, иди сюда, иди, не будет, папа не будет ругать, иди сюда. Папа же в прямом эфире. Ой, ты моя сладкая моя. На папу зашла. Ой, ты моя сладкая моя. Ну все, ну все, ну все, моя девочка моя. Ой, лапкой, лапкой, смотрите, как просят. Да ты же моя сладкая моя. Подождите. Ну все, папа не ругается. Дай лапку, дай лапу. Лапу дай, дай лапку. Лапку дай. Да ты же моя хорошая. Привет. Не бойся, девочка моя, не бойся. Папе пришла. А это смотри, говно, говно. Ну иди сюда тоже. Иди сюда. Запрыгивай. 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 О, все, все. Все, сразу лег. Сразу лег. А Майку зачем ты выгнал? Это ж сестра твоя. И Маечка тут не знает, куда прищемиться. Иди сюда. Мои сладкие мои. Мои сладкие. Хорошие мои. Всем привет. Собаки, ребят, собаки. Айкос. Ну как курю? Докуриваю уже. Я уже и Айкос практически не курю. Ну, он у меня лежит, я этот уже все, уже я бросил и курить, и все-все-все, с этим связано. Здравствуйте, да, здрасте, мордасти, блядь, забор покрасьте. Геленджик, привет большой. Кстати, знаете что, прокомментирую свое мнение о трагедии Диденко. Что за трагедия у Диденко? Кто такой Диденко и что за трагедия? Кто такой Диденко? Из Ростов, привет большой. Все бросил. Ну, практически все бросил. Только секс оставил в своей жизни. Все, блядь, пагубные привычки бросил, кроме секса. Хам. Пошла нахер. Я очень воспитан. Зря ты меня хамом называешь. Бабрусь, с того момента ни одной сигареты. Нет, ни одной сигареты. Ни одной сигареты. Вот с того момента, с того дня. Кстати, я вот здесь и был. В Конаково, Ривер Клаб. И бросил здесь курить. Лысый, практически лысый. Чуть-чуть оставил. Немного оставил волос. А если прилизаться вот так? Ну, короче, ужас. Давайте вот так сделаем прическу. Сейчас, оказывается, вот я слышал, мне говорили, сейчас очень модно вот так, чтобы ровное было. Тут ровное, а тут лысое все. Типа вот такое. Всем привет. Женька, точка, спасибо огромное, нормально. Иди нахуй же. Спасибо, взаимно, дорогая. Диденко, это трагедия в бассейне. Ребят, блядь, это не трагедия в бассейне, это дебилизм в бассейне. А, вы про то, что сухой лед кинули в бассейн, и эти мудаки кинулись в этот бассейн. Ну, это же, блядь, это же ну, взрослые люди, ребят. Там сколько, по 30 лет людям? Ну, как можно выбросить сухой лед в бассейн и прыгнуть в этот же бассейн? Это, знаете, вот я вам так скажу, что в нашей стране будут погибать двоечники. Все, кто учился на двойке, химия, они будут погибать. Будут погибать молодым, молодым, будут погибать. Ребят, думать башкой надо, ну давайте будем честными. Мы с Сашей, кстати, разговаривали на эту тему, я ей говорю, ну как я бы даже руку не засунул бы. Потому что я понимаю, что сухой лед, во-первых, там идет... Вот этот пар, который идет от сухого льда, он химический, он разъедает просто легкие. Я уже не говорю о том, чтобы крыгнуть туда, но это же просто, блядь, это же мозгов надо было хватить. Без мата, пожалуйста. Хорошо, извини, пожалуйста, будь без мата. Ну, они там кинули, там какая-то блогерша, которая всю жизнь рассказывала о правильном питании, о здоровой жизни, о химических реакциях. В итоге, ну, отмечала свой день рождения в сауне и... Ее подруга и два друга погибли.
прыгнул в бассейн с сухим льдом. Ну, не знаю. Башкой надо думать, а не жопой. Да, я про это и говорю, что, знаете, удивительное дело. Я просто этого блогера видел, и она постоянно рассказывает там о правильном питании, об БАДах, о таблетках, о химических каких-то соединениях. Она там опыты проводила со своим мужем. Дебилы, блядь. Тихо, ты чё? Ты чё? Что такое? Что такое? Кто такое? Что такое? Не, ладно, успокойся, всё, успокойся. Успокойся, говорю, нельзя, всё. Ты же на папе. Спокойно. Ну, это, знаете, это называется сапожник без сапог. Ребят, мне в этой жизни никого не жалко уже. Я переживаю. Я вот в 30, свои 35 лет понял, что... Да, то я, что такое, я понять не могу. Что такое? Тихо, нельзя. Хотите, покажу зубы ее? Его. Сейчас покажу. Стой, говорю. Да стой, блин. Смотрите зубы. Зубы видите какие? И это лежит, подтягивает. Ты-то что, пизда с ушами? Кстати, Нелька ездила в Израиль, привезла вот такие нитки. Мне Саша позавчера навязала. 7 узлов сделала. Ну, 3 узла, там надо очень наш считать. Ошиблись, кто-то его бесит. Да нет, я бы просто испугалась бы. Чего испугалась? Это же всегда глаза грязные у собак. Ну, да, вот это идет. Я не знаю, мы не можем, на самом деле, уже собакам 5 лет. Есть огромное количество. Это же зависит все от питания. То есть мы, тот корм, который действительно им помогает, который им нужен, они не едят, просто не едят. Вот. Спасибо, что заметили, что у собак грязные глаза. Вот. А тот корм, который они любят, он не особо... Не особо этот... Подождите сейчас, Леха... Лех, это ты на тюрьме сделал нарды его прям? Из мякиша? Ну, я понял. К чему, короче, я веду? У кого есть собаки, те домашние, я имею в виду, вот таких пород, они понимают, что тот корм, который полезен, и после поедания которого, употребления, не будут течь глаза, будут хорошо себя чувствовать, они не едят. Они очень любят у меня корм, там такие подушечки, а внутри паштетик. Но он, к сожалению, вот так на них влияет. Пусть пойдут, помоют глазки собачки. Саш, про глаза моей собаки пишут те, у кого жопа грязна. Поэтому я особо не обращаю внимания на этих людей. Саш про ребенка спросила. А, дочка спит, Сань. Дочка спит, все хорошо. Леха, я... Новосибирск, привет. Да собаки обалденные, ребят. Собаки обалденные. А те, кто пишет про то, что у них что-то там с глазами, я вам так скажу. Эти собаки живут лучше, чем вы. Ну, те, кто пишет, я имею в виду. Их гладят, с ними играют. Они находятся в тепле. С ними каждый день гуляют и моют лапы. Их возят к грумеру раз в месяц. На стрижку и раз в 2 недели их моют на мойку. То есть их полностью купают. Им стригут ногти. Они постоянно находятся, ну не постоянно, но раз там в 3-4 месяца мы с Сашей возим их в ветеринарные клиники. Они у нас проглистованные. Блядь, ни блох, ни в шее у них, ни гнит, ни клещей быть не может. Поэтому это, малышка, зайди в интернет, посмотри, сколько все это стоит. И потом напиши мне про глаза. Овца драная. Добрый вечер. Я наполнен любовью и лаской. Саша спрашивает, на улице спит дочка. Сань... На улице, конечно, спит. Конечно, на улице. Иркутск, привет. Привет огромный, привет. Да все, я понял, ребят, ответил я. Согласна про собак, нам бы такой уход. Я об этом и говорю, мои хорошие. Вот пойти, я вам так открываю секрет. Ну вот, допустим, мы пошли Яше на чистку зубов. Мы своих собак возим на чистку зубов. Потому что у собак образуется камень вот этот постоянно. 9000. Просто чистка зубов 9000. Вырвать зуб еще плюс 3000. Раз в полгода наши собаки ездят на... Вот 2 собаки 18 тысяч. Я уже не говорю про корм. Корм у наших собак стоит 2400, которые они сейчас едят, которые им нравятся. 2400. Это на неделю. 10 тысяч на корм в месяц уходит на собак. 10 тысяч на корм уходит собакам. Всем хорошего настроения.
Сегодня прощальное воскресенье. Сегодня прощальное воскресенье, попроси прощения у всех. Ну, раз прощальное, Елена, тогда мы с вами прощаемся. Заблокировать. Реклама собак. Нормально ты общаешься с подписчиками, блядь. Нормально. Все, хорошо, Ирочка, я тебя услышал. Ирина, 1006. Саша, она кушать пошла. У нас приехали друзья. Аня приехала, они пошли ужинать. Сейчас они придут, нас сменят, и мы пойдем. Дорогие, ребят, это собаки такие, такая порода собак. Вот эти йорши, вот йоркширские терьеры, мы когда ездим в клинике ветеринарные, они говорят, что мы работаем благодаря йорикам. Потому что йорики самые больные животные. У них постоянно все болит, то жопа, то зубы, то еще что-то. Они же невменяемые. Она у нас вот такая. Язык вот так вываливает. И... Этот нормальный более-менее. Кстати, вот этого Йорика, девочку Майю, мы вообще с того света вытащили. Вот по поводу дороговизны лечения. Она заболела энтеритом. Энтерит – это чумка для человека. Ну, чтобы человек понимал, это чумка, чума. И вот мы когда приезжали, у нас 6 тысяч в день стоила капельница. Саша сделала, по-моему, около 20 капельниц. Ну, просто за месяц. 120 тысяч отдала за капельницу. И нам, она у нас практически не дышала уже. Ей было 3 месяца. И нам прям врачи сказали о том, что если бы у вас не было денег, ваша собака умерла бы. 85% при таких болезнях умирают. Вот вам и этот. Мы ее вытащили с того света, поэтому мы ее любим. Но... Да, у йориков, йорики, шарпеи тоже очень больные. У шарпеев постоянно вот это наваливается на глаза, они не видят. У них постоянно проблемы с ушами. Короче, этот... Лех, ты куда, брат? А, ты отметиться к участковому? Мы тоже спасли кота без... Ну вот, я богато живу. Ребят, дело не в богатстве. Дело в том, что если вы берете животное какое-то, неважно, собака, кошка, енот, крот, ежик, чижик, пыжик, вы должны за него нести ответственность. А вот эта история о том, что она у вас заболела и дешевле пусть отъедет, это не про нас. Эту закрой. А, ну ладно, пусть открыто. Хорошо. Да нету зависти у них, я не думаю, 5-6-5. Женя, скажи, пожалуйста, как по характеру вообще эти собаки? Слушайте, ребят, йоркширский терьер, вот девочка, мини, Майя, она как пыль в углу. Ну, то есть вот прибила ее туда ветерком, пыль, сквозняком, она там и будет сидеть. Она не лает, она очень игривая, но от нее шума нет. Она мало кушает, мало пьет, дохренище срет, вот. А этот, ну этот вообще не в минус. Мальтеза это просто. Это до такой степени энергичные животные. Вот он прилег на меня. Ой, вздыхает что-то. Ясь, что случилось? Что ты вздыхаешь? Вот, он очень активный, Яша. Ну, он пацан, он очень активный. Он лает постоянно, целыми днями лает, гад. Энтерит, это страшно, согласна с вами полностью, нашему... таксенышу полтора месяца было, и мы тоже за огромные деньги... Вот, я об этом и говорю. Энтерит это страшно. Какая разница, богато они живут или нехер чужие деньги. Что... Дело не в этом, ребят. Дело не в деньгах. Дело в том, что если вы взяли животное, еще раз повторяю, и вы его полюбили, а невозможно не полюбить, то вы отдадите все деньги и кредит возьмете. Но как не спасти животное? Ну как, тебе говорят, надо делать капельницы. Ну как не спасти? У кого, у людей, у которых животные болели энтеритом, меня те поймут люди, понимаете? Мы могли отказаться от нее, она бы умерла бы. Энтерит, я вам сейчас расскажу, что такое энтерит у животных. Защитная оболочка в желудке, есть такая пленка, которая защищает от всех гадостей, от кислотности, от всего вот этого. Она просто выходит через анальное отверстие. Просто выходит эта пленка от желудка. И когда собака ест, пьет, это ей приносит дикую боль. Потому что желудок внутри не защищен. Стенки желудка не защищены. И это рвет, царапает. Это происходит внутри. Представляете, у вас собака, ей 2 месяца. Это маленький ребенок, это щеночек. Вот и все. Вот как вы не спасете ее? Уфа, привет. Дом 2? Нет, не смотрим мы Дом 2. И вам не советую.
Правильно же говоришь, животных невозможно. Но я об этом и говорю, ребят. Жендос, ты Олега Бузов, а ведь ты... Жендос, ты Олега Бузов, а видишь, чё, блин. Сегодня нужно просить прощения. Ребят, Бог простит. У кого просить прощения? У кого просить прощения? Я сегодня своей супруге, у супруги попросил прощения. Вы не в интернете пишите о том, что нужно просить прощения, а родным своим позвоните и близким, попросите прощения. Или в храм сходите, свечку поставьте и попросите прощения перед Богом за свои поступки. Прощения просите. Такие вы такие классные, слушайте, я обожаю. Знаете, вот мы живем сегодня, вот раньше при коммунизме верили в деньги и в коммунизм. В Бога тогда не верили. Ну, потому что коммунизм был. Коммунизм был против всегда православия. А сегодня верят в Бога и в деньги, понимаете? Потому что это модно. Модно верить в Бога, понимаете? Мы соблюдаем пост. Никто, блядь, пост соблюдает. Для чего это? Ну, потому что люди сидят просто на диете, понимаете? Там на ПП, на правильном питании. И они пишут, что они соблюдают пост. Или они там прощенное воскресенье, они там просят у друг друга прощения. Или там Рождество, они пошли в храм. Три круга вокруг храма со свечками в руках. Прошли и думают, что всю жизнь удалась. Ребят, перестаньте херней заниматься. Правда. Верить нужно по-настоящему. Я еще раз повторяюсь. Тех людей, которые не ходят в храм, которые каждый день не молятся. Два раза в день, причем с утра и вечером нужно молиться. А сходили один раз в год там, в церковь, в этом платочке от Шанель или от Луи Виттон, постояли со свечкой 5 минут, даже не отстояв службу. И они потом вот это, значит, Бог простил. С вас спрос втройне, спрос с вас втройне. А писать мне про православие, про религию вообще не стоит. Не стоит, я вам расскажу. Пишите мне прощение, вербное, прощенное. Ребят, живите правильно. Все, ладно. Женя, ты как всегда ходишь, что для ответить острый на язык, люблю тебя. Спасибо огромное. Для каждого свой Бог. Нет такого для каждого свой Бог. Для каждого есть своя религия. А Бог един. Что значит для каждого свой Бог? Бог един, религия разная. Трактуется Господь Бог по-разному. Мусульман это Аллах. У буддистов это Будда, у православных, у христиан это и Господь Бог, Иисус. Тема твоей нотации не слушает, ты решил мозги вынести, тема. Точно. Неправда, мой муж молится утром и вечером, и ходит в церковь не обо всех. Нет. Вот именно я о тех людях, которые молятся 2 раза в день, которые входят в храм. Не только по праздникам, и не только, когда у них в жизни что-то плохо. Знаете, у нас принято в России, если у тебя что-то плохо, ты идешь в храм просить у Господа Бога. Я вам открою секрет. Вам ничего Господь Бог не даст. Не даст, потому что вы этого не заслужили. Не надо просить ходить. Надо ходить и благодарить. Вот ты сегодня проснулся с утра, благодари Бога за то, что ты открыл глаза, и ты проснулся этой ночью. Вот. И ходите в храм, ставьте свечки. И благодарите Господа Бога за то, что у вас руки, ноги, глаза, уши, за то, что у вас семья, за то, что вы живы, здоровы, за работу за свою. Вот за это надо благодарить. А у нас принято, знаете, в стране, я не про все, многие ходят в храм, чтобы попросить что-то. Вот петух жареный в жопу клюет, и они все в храм бегут. И башкой там бьются, челом озим. Господи, помоги! Помоги, слезы льют там в этих своих платках от Луи Виттон. Помоги в шубах своих, в норковых, понимаете? Помоги, помоги. Не помогут вам, ребят, не помогут. Вас даже не услышат. Я больше скажу, на вас даже внимания не обращат. Не обратит Господь Бог и ангелы-хранители, не обратят на вас внимания. Ходите, благодарите. Если не можете, ходите. С утра открыли глазки. Господи, спасибо за то, что есть у меня в жизни. Ночью спать ложитесь, глазки открыли, сказали, Господи, спасибо за этот день. Все, больше ж ничего не нужно, просто благодарите. И это, кстати, не только с Господом Богом, это также с людьми. С людьми также. Благодарите людей, которые есть в вашей жизни. Не которые вам помогли в чем-то, а просто, вот просто за то, что они рядом с вами. Ладно. Нет, я не пьяный, я не пью. Ребят, я не пью, не курю, отказался от всего, кстати. Женя,
Все, жрать подвяжешь. Все прям в точку. Спасибо огромное. Ребят, спасибо огромное, что на меня подписаны люди, которые понимают, о чем я говорю. Не малолетки эти беспонтовые. Ну, вот. Но без них тоже. А ты сам-то как делаешь? Ребят, я с утра читаю «Отче наш» и молюсь. Я молюсь с утра и обращаюсь не только к Господу Богу за то, чтобы был день хороший. А вечером я читаю 4 молитвы. Каждый день. Не было ни одного дня, чтобы я не прочитал. 4 молитвы я читаю каждый день. И я не читаю молитвы, когда я выпивший. Если я понимаю, что я хочу выпить, это в 3 часа дня будет. Я прочитаю в 3 часа дня молитвы. Я читаю молитвы «Отче наш», «Святителю Николаю», «Святой Матрёне» и «Ангелу-хранителю». 4 молитвы. Каждый день. И хожу в храм. Ну, на той неделе был 2 раза в храме. Благодарю. Крыша поехала, что ли? Заблокировать. Зачем ты тогда живешь пиздобол? Пиздобол твоя девушка, которая вчера уехала от моего друга. Спроси у нее. Твой бармен, блядь. Сейчас я, блядь, с тобой свяжусь, блядь. За пиздоболом, блядь. Жень, я не хожу в церковь, на душе очень верю. Ребята, я еще раз повторяю, не обязательно ходить в храм. Нужно верить просто внутри. Храм внутри нас. Знаете, вот в Библии даже написано, что частичка Господа Бога есть в нас. Поэтому, когда обманываете себя, вы обманываете Господа Бога. Это самый большой грех. Не обманывайте себя. Если вы живете с человеком, вы понимаете, что вы его не любите. Не уговаривайте себя, не обманывайте себя в том, что вы его любите. Нет, просто берите, собирайте вещи и уходите. Вот и все. Вот видите, люди берут, оскорбляют. Моя религия, они оскорбляют. Миронова Александра, 5-3-46. А Миронов, это, блядь, это лошары, блядь, это членососы пишут. Это даже обсуждать не будем. Я думал, это девочка, я не собирался ничего говорить. Это оказывается, это чмо там между ног, у которого яйца там. Вот, это там, не там мужики, я их называю, членососы, которые, знаете. Яша, ты что, не узнал маму? А ну вон отсюда пошел. Кажись, диван. Ты смотри, хозяин. Это, знаете, это вот эти... Приветики. У которых в паспорте буква М, понимаете, они заходят к парню в эфир и начинают оскорблять его. Ну это лохи. Лохи, мы пришли, все заканчиваем. Чмошники, которых башку в сортир окунали, вот он пришел сюда, не знает же, как отомстить, потому что этот... А, вот он, видишь, пишет, Миронов. Черты, блядь. Все, закругляйся, пошли. Видишь? Миронов, знаешь, в чем разница между тобой и мной? В том, что ты в моем эфире. И ты меня знаешь, а я тебя не знаю. И знаешь, я тебе больше скажу, тебя никто не знает, потому что ты никто. Тебя обижали, мне очень грустно за тебя, правда, мне тебя очень жалко. Я хочу пожелать тебе в этой жизни, чтобы ты нашел себя. Я вижу, что тебя обижали всю жизнь, тебя унижали. Ты никогда в жизни не спал с теми женщинами, которых ты хотел. Ты спал с теми, которые хотели тебя. У тебя никогда не было эфира. Ой, никогда. Да иди. В Телеграме свой чат создайте. Опущенный Кузиным. Назовите его, нормально все. В общем, Миронов и твой бармен. Вы, пацаны, не расстраиваете? Да какие пацаны вы, блядь, черти? Вы не расстраиваетесь. Ни один уважающий себя мужчина никогда не зайдет в эфир к другому мужчине и не будет писать оскорбления. Вот и все. Мне правда вас жалко. Вас правда в школе обижали. Но ничего страшного, блядь. И вы такие, вы в своей жизни не можете ничего добиться и как-то ответить, понимаете, поставить за себя. Вы в интернет решили зайти, в Инстаграме писать, блядь. Просто. Ребят, давайте всем эфиром пожелаем этим двум недомужчинкам, чтобы они, не знаю, блядь, что бы они сделали, что бы им пожелать-то?
Не знаю, чтобы их яйца обрели какую-то такую металлическую оболочку. Ой, мои золотые. Ладно. Не трать время на дурачков. Все правильно. Да я не злюсь. На кого мне злиться-то? Я ни одну женщину не оскорбил никогда. Ни одну. Все, мои золотые, пойду ужинать. Спасибо огромное, кто был со мной. Ну вот. А эти два членососа, Миронов и этот бармен, напишите мне в директ и будете отвечать за свои слова. Все, всем удачи огромной. Берегите себя. Всем пока. И, кстати, и бармена, и Миронова я прощаю вас сегодня. Сегодня воскресенье прощенное. Я вас прощаю за ваше оскорбление. Всем пока. С праздником.